35 минут. 35 минут тоже 35. Так, почему у тебя по итоговым документам за сентябрь прошло 71, а? Потому что так надо было, потому что прошло 71, а написал 71. Угу. Слушай, давай возьмем февраль. Февральские у тебя которые? Ну, февраль, пожалуйста. Так. Так, февраль у нас все заполнено. Сколько у нас получается за год итого? Ну, у нас получается 2 миллиона с оборота за год. Еще старыми. Раз. Еще раз. 2 миллиона с оборота за год старыми. Стоп. Что-то маловато у нас получается, а? Потому что это то, что я буду показывать налоговым инспекторам. Потому что если я представлю то, что действительно получится, то мы без всего останемся. Все съедят налоги. Да, сколько на самом деле, а? Сколько на самом деле? На самом деле. Это секрет. Вот сколько. Аккуратно смотри. Ну что, неплохо, а? Я думаю, неплохо. Убери, убери. Думаю, неплохо. Но если кто-нибудь копнет, вот эти вот копнет, так, раз, нам крышка. Переплюнь крышка. Крышка. До крышки еще дожить надо. Для этого существует мой гениальный план. Дай бог до него не дойти. Да. Давай, проверим дальше. Антон Петрович, тревога. Только что наши люди сообщили, что к нам едет налоговый инспектор. Что делать? Фамилия. Некто, секунду, Склифосовский. Склифосовский. Оп. Ираидочка, взятки берет? Не берет, он идет. Это не берет, не берет. Это Склифосовский, это... Так, секунду. Что делать, Антон Петрович? Значит, Ираида, внимание. Мы действуем по моему гениальному плану. По моему гениальному плану, который доведен, надеюсь, до всех сотрудников. Объявить всем внимание по фирме. Так, Василий, что мне из этого съесть надо, а? Все кушай. Все кушай, что здесь лежит. Так, Ираида, и как прошлую налоговую проверку, чай в ведро, пожалуйста. Я поняла. Внимание! Внимание по фирме! Общая тревога! Начинаем действовать по известному плану. Директор желает вам удачи. Спасибо. Здравствуйте. Это АОЗТ ЖП? ЖПА. Мы совместное российско-французское предприятие. Налоговая инспекция. Ой, надо же. Кто бы мог подумать, а глядя на вас, так и не скажешь. Могу я видеть вашего директора? Видеть, конечно, можете, но, видите ли, говорить вряд ли. Почему? Ну что ж, пойдемте, вы сейчас сами все увидите. Лидочка, подмени меня, пожалуйста. Ты с собой всегда напрасно живешь в разладе, человек. Живи с собою, ты прекрасна, и будешь счастлив ты вовек, и будешь счастлив. Нет, нет, живи с собой, прекрасна, и будешь счастлив целый век. Что ты? Что это с ним? Это очень длинная и страшная история вам. Наверное, не интересно, да и времени у вас, видимо, нет. Слушать. Нет, отчего же? Я с удовольствием послушаю. Тогда проходите, пожалуйста. Дело в том, что наш директор, прекрасный руководитель, замечательный человек, кристальной души, член общества, несколько лет назад потерял жену. Потерял? Как потерял, на вокзале? Что вы, это, конечно, в переносном смысле потерял. Она от него ушла, ушла к другому директору, ну, конечно, не такому честному и кристально чистому, и эта травма отложила отпечаток на его сформировавшийся директорский головной мозг. После этого он немного так...
свихнулся. Ой, ну, честное слово, простите, пожалуйста. У него открылось, ну, что ли, гомеровидение. Гомо... что? Гомоэровидение. Угу. То есть? Ну, дело в том, что он ничего не видит, не говорит, ходит под себя и все время говорит стихами во время ходьбы. Ну, хорошо. А с главным бухгалтером я могу поговорить? Да, это конечно, безусловно. У нас каждый желающий может поговорить. Но в том случае, если вы, конечно, понимаете язык животных. Фу, фу, нельзя так плохой собаке. Фу. А он с ним-то что? Ага. Видите ли, дело в том, что наш директор с ним лечился в одном заведении. И у Василия, ну, у нашего бухгалтера, у него, в принципе, все в порядке. До тех пор, пока он выстрелов не слышит. А как слышит выстрелы, так снова собакой становится. А что, у вас с утра уже стреляли? Ну, я откуда знаю. Он услышал. Не волнуйся, я вытру подолу. Угу. А не мог бы я поговорить, скажем, с заместителем директора, если он, конечно, у вас есть? Да, да, конечно, у нас каждый желающий имеет право поговорить с заместителем. Если только вы высоты не боитесь. Он сейчас на крыше, флюгером работает. А они, видимо, тоже вместе лечились? Да, а что? Ага! Хорошо, что вы вместе! Вы-то мне оба и нужны! Где мое выходное пособие, а? Ты! На судьбы, что напрасно здесь... Ходишь, ропчешь, человек! Что значит напрасно? Что значит? Я пахал на вашу фирму 3 года. И что я получил? 1 000 000 рублей? И то старыми. Это что? Это что? Зарплата? За один день? А? Знаете что, Скобочкин, постыдились бы вы. Раз уж уволились, так не позорьте хоть нашу фирму. Тем более при налоговом инспекторе. А, ну, отлично, отлично. Наконец-то эту шайку-лейку выведут на чистые пруды. Ну, держи. Эй, ты! Эх ты, что в глупости напрасно! На судьбы ропщешь, человек! Что это? Кто же могу ответить? Что это вообще здесь такое, а? Почему они на столе? И почему они ботинками импортными кидаются, а? Да вот, говорят, временное затмение. Легкое... Потеря рассудка. Рассудка. Это кто говорит? Я говорю. Что ты? Так это мы сейчас мигом вылечим. Вылечим? Как это? Как это? Вот так это. Я по своей основной специальности вообще-то врач. Доктор, известный доктор, и вот этих вот больных, с позволения сказать, пациентов, я наблюдаю это очень давно наблюдаю, подглядываю. И одним,
из составных этой болезни является полная нечувствительность пациентов к физической боли. Да. Да, я где-то это читал. Да, это известный факт. Конечно, начитал. Конечно. Сейчас я вам это продемонстрирую. Я не выдержу. Сейчас я вам это продемонстрирую. Человек. И как ты мог сюда направить? Видите, да? Зажми пальцы. Здесь. Человек. О, что-то мне нос у собаки не нравится. Собака хорошая, породистая, но нос не нравится мне. Иди сюда. На, оп, ну-ка, взять аборт, взять печенюху. Не хочет сореть, а аппетита совсем нет. Это первые признаки бешенства. Хорошо, что у меня бабушка больна диабетом. Как раз у меня лишняя вакцинка в кармане затесалась. Надо обработать. Фу. Ты человек, что? Я не смогу. Иди сюда, ко мне, ко ноге. Сейчас вылечу. Вдова всего счета. Раз, два. Все, иду лечить. Мне сердцем плохо. Как все-таки людям не стыдно издеваться над людьми? Как вам не стыдно издеваться над ними? Они же больны, они же дебилы. А они не стыдно, да? А я на чистом глазу голубом помочь пытаюсь. Почему действительно не вызвать скорую и не сжать их куда следует? Ведь они, в конце концов, могут вылечиться. Что? Скорую не надо. Потому что это у них временные припадки. Сейчас припадет, а через минуту отпадет. А скоро, ну, сами посудите, ведь знаете, в какой мы стране живем. Увезут и с концами люди пропадают. Так, опять воет. Нам уже писали с нижнего этажа. Ваше вонье замучило. И сейчас я буду делать опять вакцину. Иди сюда, поворачивайся попой. Ты, что в глупости? Напрасно живешь с собой в разлуке, человек. С тобой в разлуке, человек, живи ты, да, живи с собою, ты прекрасна, и будешь счастлив целый век. Нет. Вот вы мне скажите, если я ему вот сейчас дам ручку, и он подпишет мой обходной, мой обходной будет иметь юридическую силу? Не в собой, человек. Ну, теоретически да. Ведь никто их официально сумасшедшими не признал. Да. Тогда я рискну. Как челобитную царю подаешь. Сколько? 2,5 дай ему. Вот. Смерть ты, человек. Я ничего не вижу. Если честно, мне деньги-то и не важны уже были. Мне ведь важно сознание того, что я помог людям. О, Амбула, как выть захочется, раскусить. И соправочник. Голубые страницы Бурунди тоже возьму. Скотина. Что? Я... Сказала, жарко. Жарко, в душ бы. Спасибо. Ой. Антоша, можно к тебе или ты не один? Антоша, что с тобой? О, лишь тебя тут не хватало, что вечно живет с собой разлука человек. Ираида.
Что с ним? Не волнуйтесь, Виктория Павловна. Легкий, обычный припадок. Обычный припадок? Набежавшую волну. А вы кто? Я супруга обычного. Кто там? Три дома. А разве супруга не в курсе? В курсе чего? Видите ли, наш директор, ну, Антон Петрович, скрывал это от жены, сами понимаете. Ну и мы как бы тоже не говорили. Что это? Что вы издеваетесь? Сумасшествие. Сумасшествие. Вот он, ваш супруг, здешний директор, ничего не видит, ничего не слышит, разговаривает стихами, считает, что он Гомер. А вот этот, который рядом, а это, простите, собака. Лает, кусает, ну и все остальное. Господи, неужели же ничего нельзя сделать? По всей видимости, ничего. Тут один доктор уже пробовал. Вот ждем, когда само пройдет. Послушайте, а они не опасны? Ой, нет, нет, что вы, абсолютно, абсолютно не опасны оба. Можно руку в пасть, по локоть вставить, и не только руку. А что тогда? Жарко. Я всегда догадывалась, что с ними что-то не так. А они действительно нас не видят и не слышат? Нет, нет, что вы, мы для них не существуем. Да. Вот, взгляните сами. Не надо, не надо, ну перестаньте. Перестаньте, пожалуйста. Они же все-таки дети, звери, дебилы. Это сейчас пройдет. Да. Какая ирония судьбы. Мой муж и мой любовник оба сошли с ума. Правда, это все навредно. О, ты! Кому ты поверишь? Что? Вечно и напрасно! Напрасно ты, Адюга! С моей женой ты по ночам! Маша! Ираидочка, ну ты уверена, что вот эти всплески ярости не опасны? Не волнуйтесь, не волнуйтесь. Я думаю, это скоро закончится, вот-вот. Скажите, простите, не знаю, как зовут, а вот если моего мужа признают таким сумасшедшим, что, в общем-то, я вижу, нетрудно, его имущество отойдет ко мне? Я думаю, да. А что, у вас большое имущество? Ой, фу. Имущество огромное. А я вам сейчас расскажу. Секундочку, я все сейчас запишу. Фу. Ну, во-первых, одних только яхт, у нас две. А затем дом в Ницце, две яхты, два дома. Бананы лучше рвать зелеными. Эх ты, что ты вечно и напрасно. Ой, а вы говорили, что это не опасно. Ой, ну вы знаете, раз на раз не приходится. Ну ладно, поеду заеду к адвокату, а заодно по магазинам прошвырнуть, правильно? Всего. А можно я от вас позвоню? Вы, пожалуйста, делайте, что хотите. От нас теперь можно звонить, петь, плясать, ловить крокодильчиков. Ой, пустила всю работу из-за вас. Алло, да, это я.
Фирма ЖП. Ага. ЖПА. У нас французская фирма. ЖПА, ага. Ну, как обычно, симулируют сумасшествие поголовное. Да, уже 7-й случай за сегодняшний день. Ну что, буду играть в открытую. Угу. И тебе того. С вашего позволения. Не держите. Да, мы же думали, что Склифосовский, если бы думали, что вы уж... Да уж, развлекли меня вы сегодня по полной программе. Уж накуролесили, да. Гавриил Петрович, каждого 5 числа... А чё в разговор? Как раньше чё к нам... разговор? Нил спросим. Как зовут девушку? О, господи. Ираида? Ираида. Смешная, смешная. Смешная. Хорошая сотрудница. Ну, еще всего раз. Доброго. Всего да доброго. Чё я провожу. Да чё? Я провожу. Всего доброго. Всего доброго. Всего доброго. До свидания. До свидания. Заходите к нам. Что? Ираида, а? Что? Гавриил Петрович не можешь от Склифосовского отличить, а? Ты что, Ираида? Хочешь без премии остаться? Ты, Ираида, хочешь без премии остаться? Ты, Ираида, хочешь без премии остаться? Ты без премии останешься. Конечно. Мы заняты. Налоговый инспектор Склифосовский. Я пришел поговорить с директором фирмы ЖОПА Антоном Петровичем. Какой геморрой?